посмотреть на это. Ну хорошо, что у них ВМщики. Лучше бы импы были. Думаешь? Я надеюсь, КТ 5 не записывает. А ты их то я различаешь? в каждом ролике кого-нибудь засираю, сижу. Нормально, от меня уже отписываться начали, не парься. Да нет, есть там пару, Серьезно, нормально отписываться? играют. Ну, да я, конечно, преувеличиваю, но один человек, да. Ты вычислил этого гада? Нет. А зря. Может, это я? Я аккаунт Google просто удалил недавно. Проверь. Так как проверю, у меня нету аккаунта Google, теперь ютубовского. Так, наверное, я. А-а-а. Хозяин, я вычислил этого гада. Кто? Это Римчик. А чё он отписался? Ты сейчас отходил попить чаю, что ли, или что он уже сказал? Да я просто залипаю. У меня мозг отключается иногда. Викингу... Чё там Рим говорил? Викингу не рассказывай. Он сказал, что он удалил свой аккаунт на Ютубе. А у кого-то есть свой канал на Ютубе? У меня, например, нету, но я подписан. Аккаунт, ё-моё. Гугловский. Ты не можешь быть подписан, если у тебя нет хотя бы гугловского аккаунта. Вот, гугловский есть. То нам теперь каждому надо за двоих набрать очков. Хозяин по тебе стреляет, этот хозяин. Да я вижу, бля. Варяг. Как так, бля? В смысле? Он сам по тебе стрелял. Он просто стрельнул газом по хозяину. А, наш, что ли? Фэшкой? Да, это варяг. И смотри, ржет еще, Хизбалла. Не, ну... Че? Отморозки, что ли? Это какая-то иррациональная... Фокусфайр есть какой-нибудь? Иррациональная ненависть. Да ладно, успокойся ты, господи. Я могу прочаржить его каты. А ничего не будет, не сломается. Да не по угару играет, и мне важно выиграть. Он и по мне стреляет. Мне, знаешь, тоже не важно, выиграть или победить. Делайте скрины, ребят, слышите? Ты как различаешь выигрыш и победу? Ну нет, им поржать главное просто. Они сейчас ржут там все. Делайте скрины. Ну, реально не догоняешь, походу. Нормально убили меня, бля. Чьи? Кто? Блять, наши придурки. Еще раз убили? Он да, они уже два отряда. Хозяин. А где ты? Я не вижу. Пик, короче, выходим прям. Через битвы, ребят. Давайте все выходим, следующий катку. Да не, перестань играть. В смысле перестанем? Пум, убили пол армии уже у нас. Ну и что? У кота пускай... не убили. Пускай справляются, хотят. У меня серебро мало. Да воюем. Чему тебя нет серебра? Да, играй, у него газ закончится, не волнуйся. Так он будет камнем кидать. Пидорас, блядь, ничего наперед кидает. Достань ты в него и в нем стой прямо. Я не вижу, где враги вообще. Они еще все с базы ушли, что ли? Где они все? А, они сейчас придут по острову, короче, я понял. Менно тебе. Ой, не менно, Рим пиздят. Хозяин. Это тебе за твой язык длинный. За мой? Стреляет. Friendly fire.
где враги? Меня это напрягает уже. Сейчас выскочит какой-нибудь пращник, как всегда, да? Ну, а на базу заходит. Сейчас и разгонит этих артиллеристов. Ну, вон, да, они идут с острова, естественно, как же еще. Че, Ор не вышел, что ли? Нет, не играет. Че ты эту кучу травы не разгонял? Больше чарш. Ебал конницу. Хозяин, ну отгони этого козла. Так я его пизжу, если ты не видишь. Не вижу. Он просто распластался на своей базе и... А, вон, пришли, наконец-то. Кони. Кот, кусок пивом кинь. Готово. Ну, это с кого сбилит? С меня, наверное. Он тебе захват был. Отлично, 3000 свои отбил. Ну и хорошо. Возьмись к нам.